твою мать! Ай, башка! И где я нафиг? Последнее, что я помню, как на меня бандиты в тоннеле напали и нафиг взорвали мой танк с помощью РПГ. Кто меня сюда привел и где я вообще нахожусь? Офигеть, я помню какое-то лицо, которое меня вело по дороге. Тут... вообще не представляю, кто это такое. И где я вообще нафиг? Что это за место странное? Какие-то странные 4 комнаты в одном здании. Офигеть, так, ой, сейчас живот... Ай, успокойся, тихонько, сейчас что-то покушаем, сейчас что-то с тобой покушаем, животик. Офигеть, сколько... Ай. Ой, супчик куриный. Это для меня было приготовлено? Я это просто тут стояло. Сколько я опять провалялся на вот этой койке? Офигеть, такое чувство, как будто я уже тут полгода лежу. Что странное у меня ощущение. Что это вообще такое нафиг? Кто тут вообще живет, мне интересно? И что это вообще такое? Что это за место? Офигеть, это водонапорная башня? А я, кстати, помню, о ней была речь. Я помню, я нашел книжку в каком-то здании. Это вроде было или в полицейском участке, или на заправке. Там было вроде написано то, что приходите к нам в водонапорную башню. У нас нету еды, зато есть много воды. Ой-ой-ой-ой-ой. Не, ну в принципе, если меня сюда кто-то довел, то значит это мирные люди. Или от меня что-то нужно. Я просто не представляю. Так, а где мои шмотки? Ты... О-о. Нет, это не... А, вот! Так, если они даже не украли все мои шмотки, значит они реально мирные. Или просто они могли меня убить уже давно. У них было, наверное, миллион случаев и способов, и вариантов, как меня убить, если я тут лежал без сознания. Вообще хрен его знает сколько. Так, ну все же, расслабляться нельзя ни в коем случае. Патроны? Патронов у меня нету. А я даже не помню, я реально не помню, сколько я тут пролежал. Это у меня забрали патроны? Или у меня они просто-напросто кончились? Нет, зато в дробаше есть патроны, и это уже отлично. Так, что я тут видел? Кирка. Кирка? В смысле кирка? Я за ней столько гонялся! Я только из-за этого шел в эту шахту, чтобы добыть кирку! Если не учитывать то, что я хотел узнать, что же там находится в этой... В этой лаборатории. Так, стоп. Но если меня кто-то вытащил с этой шахты, если у него есть кирка... Радиовышка? Что это за дневник? Шахта и С-лаб. Шахта секретная лаборатория? 3 книжки. Дневник... Радиовышка и шахта, секретная лаборатория. Если шахта, книжка про шахту, если кирка, если меня нашли возле шахты, значит, 100% меня нашел то ли какой-то шахтер, то ли чувак или женщина, кто уже долго зависает в этой шахте. И кто это может быть? Так, ладно, неважно. Я бы что-то попил вообще, офигеть, просто как. Я, кстати, тут видел бутылочки с водичкой. Если это водонапорная башня, и тут есть много воды, то я 100% могу ее выпить. А может тут тот, кто тут живет, просто использует это как туалет? Потому что туалета я тут не вижу в этом здании. Ой, рискую я сейчас, может мочу выпью? Еще заражения не хватало. Ладно, с Богом. Да, нет, вроде нормальная вода, поэтому можно запастись как можно больше. В путь себе возьму. Ой. Так, а где моя вся еда, которая у меня в инвентаре была? Так. Тут ничего нету. Тут тоже пусто. Вот вся еда. Тогда я вообще не понимаю, что этим людям нужно, которые меня сюда привели. Может, они реально мирные, раз они меня не убили, спасли и даже не украли мои вещи. И оставили просто у себя дома, а сами куда-то убежали. Это реально что-то странное, ладно. Не буду я им ничего оставлять, я еще, в принципе, даже и не знаю. Ах, ладно, тут больше ничего нету. А что это за странное место? Почему тут столько много игрушек? Баскетбольный мяч, подарки. Кто-то уже к Новому году готовится.
дартс, кубики-рубики, всякие шахматы, груши, игрушки, Nintendo. Кто тут вообще живет? У меня такое ощущение, как будто тут ребенок живет. Я не знаю, дневники пишет, тетради ведет и с игрушками играет. С игрушками. Я вообще не представляю, что тут происходит, честное слово. Ладно, ладно. Мне кажется, оставаться тут мне тоже нельзя. Кто бы тут ни жил, лучше я свалю отсюда до их прихода. А то фиг его знает, что тут вообще может быть. Но мне интересно то, что я тут недавно был на вот этой крыше, где вот склад оружия. И мне кажется, за мной наблюдали с этой вышки 100%. Я не знаю, кто тут живет, честное слово. Мне, наверное, нужно сваливать отсюда как можно побыстрее. Здесь меня никто не заметит. Капот, что мне интересно, сколько я провел во сне, сколько я лежал, и как долго, и как давно меня сюда привели. Ладно, я надеюсь, меня сейчас никто не заметит, никто не придет сюда. Как мне отсюда вообще выйти, я тут ни разу не был. Да-да-да-да-да-да-да, я помню, я был в этом полицейском участке, вообще недавно я там был. Так они жили вот тут рядом, кто бы это ни был. Так, я опять кого-то слышал. Я опять кого-то слышал, опять кто-то топчет. Тихо, тихо, тихо. Так, тут никого нету, только зомби на пути. Нужно возвращаться домой как можно быстрее. У меня есть кирка, за которую я... зараза! За которую я почти жизнь свою не отдал раза три. Как это все близко возле моего дома. Я даже не знал то, что возле моего дома столько людей обитают. И кто это вообще, честно, я до сих пор не могу понять. Я помню его лицо. Я помню его лицо. Какой-то чувак в маске, в синей маске. Только я вообще не знаю, кто-то. О, твою мать! Сколько же их тут много. А, у меня вообще патронов ни в снайперке, ни в калаше, ни в пистолете. Осталось несколько патронов для моего дробаша. И больше ничего. Моя машина, моя машина на месте! Иди сюда, тварь зеленая! На, сколько их тут не было, я реально, сколько я спал, раз возле моего дома столько зомбарей завелось. Не-не-не-не, а что, они что, в мой дом залезли? Твою мать, они в мой дом залезли! Нужно эту дырку заделать как можно быстрее, чем бы мне ее заделать. Я не хочу, чтобы в мой дом зомби влезали. Сколько я там провалялся, сколько меня не было, сколько зомби вообще смогло залезть в мой дом. Офигеть. Офигеть, как же меня давно не было. Так, ладно, перед тем, мне кажется, глина и вообще земля не поможет. Мне нужно заделать это чем-то другим, может даже вот этими ящиками. Ящики и то больше мне пригодятся. Это хотя бы дерево. Только рукой я их 100% сломать не смогу. А, киркой тем более, кирка только для камня. Опять темнеет, опять темнеет. Я не хочу спать ночью, пока у меня в двери, в гараже дыра. И, о, вот, вот, вот. Я и забыл то, что я нашел. Дерево деревом, камня у меня нету. Машиночка. Можешь мне как-то ее загнать сюда внутрь? Я, конечно, могу попробовать, только... не знаю, получится с этого что-то хорошенькое. Если нет... то будет все очень плохо. Ладно, надеюсь, что все будет хорошо. Если я тут прокопаю вот так, вот так, вот так и вот так, мне кажется, машина тут вряд ли станет. Я только хуже сделал. Ой, нет, мне кажется, машина тут 100% не сможет проехать. Тут очень мало места. Значит, кирка мне не так-то и помогла. Мне еще и топор нужен. Твою-то мать! А, кстати, у меня есть пожарный топор. Только этот пожарный топор, мне кажется, не для этого предназначен. Мне нужен топор именно для дерева. Именно вот эти ящики мне сейчас мешают. Где бы я смог найти еще топор? Не знаю. Ладно, 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 хорошо, хорошо. Если я сделаю вот так, вот так, то мне кажется, уже больше вариантов, точнее, да, в принципе, больше вариантов для защиты дома. Дерево, конечно, деревом, но сюда, сейчас, уже 100% никто не сможет забраться. Но все же нужно будет сюда как-то загнать машину, потому что оставлять ее вот так на улице,
Тоже нехорошо. Если вот тут столько людей обитают вокруг моего здания, вокруг моего дома, то в любой момент кто-то может прийти, мало того, что зайти в дом и убить меня. Это, конечно, самое печальное будет. А если они просто засут зайти в дом, то хотя бы машину украдут. Вот это мне точно не нужно. Ладно, можно хотя бы немного вздремнуть. Ой, я вроде спал, офигеть, сколько много времени, но как-то я очень быстро устал. Ой. Одну ночь выжил, уже радует. Только одно не радует. Как я воняю-то нафиг, а? Сколько я не мылся? И что самое печальное, то что в этом конченном доме нету душа. Неинтересно, прежний владелец, когда тут жил, до зомби-апокалипса, где он мылся? В умывальнике вот этом? А может, если я смогу найти какой-то магазин сантехники, просто там стыбзить или ванную, или душ, и установить в гараже, мне кажется, не очень хорошая идея устанавливать. Тут я просто замерзну, если буду душ принимать. Вот, допустим, где-то вот тут. Вот этим уголком я и так не пользуюсь. Если я уберу вот эти книжные полки, да, и вот этот стол, и поставлю сюда ванную комнату, сделаю вот так. Кирка у меня есть, я уже хотя бы что-то тут смогу сделать. С вот этим окошечком. Мне кажется, да, мне кажется, это будет просто идеально. Нужно найти будет магазин сантехники. Да. А что я забыл? Дневник, шахта, радиовышка. Что такое радиовышка? Мне интересно, что это вообще за книги и откуда они там взялись, в этой водонапорной башне? Так, ладно, тут много текста. В этой радиовышке, в дальней части города, я смог найти рабочее радио. Почти 10 часов я пытался связаться через него с кем-то, но ответа так и не было. Но в последние минуты я услышал какой-то странный шум. Мне показалось, что это даже был чей-то... Что чей-то? Что чей-то? А, чей-то голос. Не знаю, наверное, я сошел с ума. Я вернулся домой, потому что уже начинало темнеть, а ночью ходить опасно. Могут появиться они. Они? Он имеет в виду зомби, бандитов или кого? Кто они? Если были бы зомби или бандиты, он бы так и написал, кто бы либо... Кто бы это ни был, кто писал вот эту книгу? Кто они нафиг? Сейчас мне еще более стрёмно ночью выходить на улицу. Ладно. Схожу туда через пару дней, попробую опять с кем-то связаться. Так. Нужно все выкинуть с башки, подумать. Какая радиостанция? Если там есть рабочее радио... Если там есть рабочее радио, и вот этот чувак туда ходил... В дальней части города. Если вот тут центр... Если вот там... Там я даже не помню, что там. Но тут центр, 100%. Дальняя часть города может быть где-то вот тут. Так. По этому контексту я понял то, что это чувак. И какой-то чувак меня завел туда, в эту водонапорную башню. Это 100% не девушка. Какой-то чувак в синей маске. Кто это вообще может быть нафиг? Ой, я пока не знаю. У меня башка еще до сих пор не варит. Я не знаю, сколько я пролежал во сне, сколько... Так, твою-то мать! Что это, кстати, за машина вот там? Ладно, это обычный зомби, это обычный житель. А вот это кто такой? Так, что-то... Ой, твою мать! Что-то мне начинает не нравиться. Так, мне... Твою мать, вот вообще тупая башка. Почему я так патроны-то трачу? У меня вообще патронов нету. Мне нужно опять отправляться в полицейском участке. Опять нифига нету. Можно какую-то военную базу. Кстати, я помню, был... Вроде я в этом полицейском участке нашел книгу, где... Или что это было, записка? Вроде на вот этой... На вот этом складе оружия я что-то вроде читал про... Военную базу. Так, ладно. Об этом потом. Нифига себе машиночка. Что она тут делает? Это получше, чем моя будет. Так, бензина опять на нуле. Бензина вообще нифига нету. Но если я сюда смогу вернуться с бензином, то эта машинка мне идеально просто послужит! Так. Радиовышка. На горе. Ой, боже, у меня аж мурашки по коже пошли. Я не хочу туда идти 100%. В данном случае, тем более, если это радиовышка, если
все, в принципе, знают, что это такое, и каждый туда ходит, если даже вот этот чувак, который меня нашел, шел туда, то может там реально быть база бандитов, а без оружия я вообще туда просто не могу соваться, потому что меня там раскидают в три счета. А с этим дробашом доисторическим, 87-го года, 887-го, нафиг, я вообще нифига не смогу сделать, мне 100% нужно найти хотя бы патрончики для калаша, а еще лучше какой-то гранатомет или еще что-то. В принципе, если я собираюсь на военную базу, там тоже дофига может быть людей. Нет. Я не могу просто так оставить, я не могу просто так забыть вот этого человека, который меня спас вчера. Кто это вообще был? Мне просто очень интересно. У меня такое ощущение, то, что я его когда-то видел. Я его раньше видел, просто знакомое лицо, даже учитывая то, что у него на лице была маска. И вот эта маска закрывала половину его лица. Знакомая одежда, знакомое лицо. Он меня спас, даже мне слова не сказал. Нет, все, я вернусь в эту водонапорную башню, посмотрю, может он вернется, если его сейчас там нету, то я 100% его дождусь. Мне просто интересно. Так, сейчас. Твою мать! Ах, ты ж ёханый баба, этот лимонад конченый, он скис уже нахрен. Это сидр уже, а не лимонад. И что это вообще нафиг, как это назвать? Пфу, твою-то мать. Я бы хотя бы срок годности проверил перед тем, как пить все подряд. Лучше я водичку вот эту буду пить. О. О, ладно. О. Если он меня не убил, если меня притащил, он меня вытащил с самой большой западни, где на меня ждали вот эти бандиты. Он привел к себе домой, он меня накормил, и что самое главное, он куда-то ушел и оставил меня одного в своем доме. И конечно, глупо сейчас кому-то доверяться в зомби-апокалипсисе, но что-то мне подсказывает и сердце, и даже интуиция, то, что это хороший человек, и зла он мне точно не желает. Ой, не знаю, может он уже там, может он уже вернулся. Я отсюда ушел вчера утром. Ах, ладно. Пожалуйста, пожалуйста, будь ты хорошим. И хотя бы будь ты дома. Пожалуйста. Ой, будь ты, пожалуйста, дома, я тебя просто умоляю, я тебя заклин... Твою мать, нету его... Да кто это был-то нафиг, а? Мальчик? Привет!